Привет всем! Меня зовут Юлия, вы находитесь на моем канале о вязании. И это канал не только о вязании, а обо всем, что с этим связано. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, новые описания, обзоры пряжи и много чего интересного. Сегодняшнее видео – это мастер-класс по вязанию вот такого замечательного капора. Капор сейчас очень в большом тренде, в большом интересе, и я решила связать еще один капор. Почему еще один? Потому что у меня уже есть мастер-класс по вязанию капора, но он там связан и с другой пряжей, немного по-другому вывязаны убавки, и в связи с тем, что у меня именно в таком составе, как вы сейчас видите, это меринос и мохир, заказывают покупатели и заказчики мои капор, поэтому я выпущу из новой пряжи новый мастер-класс. Давайте, не откладывая на потом, сразу перейдем к расчетам. Капюшон связан из трех мотков мериноса и двух мотков мохира. Меринос я предлагаю вам выбирать из расчета 50 грамм 125 метров. Это может быть Лана Гата Супер Софт, либо его аналоги. И мохир выбирайте нежный, не колючий, чтобы он, прилегая, например, к вашей шее, не кололся. Спицы, которые я использовала, это номер 4, чтобы распушилась хорошо нить мохира. Вязан, понятно, капюшон в 2 нити. И моя плотность это 19 петель на 28 рядов в 10 сантиметрах. Получается 1,9 на 2,8 в одном сантиметре. Капюшон я, который связала на обхват головы 59, длина шеи 9 сантиметров. Но то, что вы видите на фотографии, это моя примерка. У меня обхват головы 56. Если вы хотите вот такой свободный, с такой же посадкой, как вы видите на мне, то вяжите по вот этим размерам, и вы получите такую посадку. Итак, необходимо набрать 92 петли, но можно довести это количество до 96, это с учетом того, что вы попали в мою плотность, и вязать по этой схеме. Делайте скрин экрана, чтобы периодически возвращаться, например, ну, к этому начальному расчетному листу. Первые вот убавки, вторые прибавки, третьи убавки, вот 1, 2, 3. Здесь необходимо 6 раз убавить через один ряд. Все будет пояснено дальше в видео. Под цифрой 2 указано, что дважды необходимо через 2 ряда прибавить, потом 10 раз через ряд прибавить и 1 раз через 2 ряда прибавить. И под цифрой 3 обозначено, что 1 раз убавить через 2 ряда, 3 раза убавить через 1 ряд. Размеры, которые необходимо соблюсти для такого вида капора: 26 в ширину, 27 от выреза в высоту, 15 у нас горловин, на 25 можно довести до 26 вот этот размер, ширина горла. После всех убавок и прибавок вот в этом месте, вот эта окружность, 106 петель у меня было, но с учетом того, что я набирала 92 петли. Вы можете набирать ваше количество петель под ваш объем головы, но также, пожалуйста, руководствуйтесь вот этими размерами, чтобы связать такую же модель, как у меня. Вяжется капор снизу наверх, и вот в этом месте он сшивается. Вначале здесь выполняются укороченные ряды по макушке, далее сшивается трикотажным швом, и после всего подвязывается планка двойной длины, складывается вдвое, и потому что здесь у меня выведены две завязки. Все примерно вот такое описание. Сейчас нужно вам набрать петли и дальше следовать инструкции, которая будет в этом мастер-классе. Желаю вам у хорошего вязания, удачных проектов. Связала я 14 рядов. Здесь нет какой-то определенной важности, какой высоты вам сделать вот этот подгиб. Ну, примерно здесь пару сантиметров, 2-2,5, просто чтобы он визуально красиво смотрелся. У меня это 14 рядов, полностью ряды провязаны. Теперь я буду подвязывать ряд набора к петлям. Как я это делаю? Нужно здесь самое главное начать с первой петли, определить ее. Вот мы ее видим, у нас ниточка это показывает.
и берем спицей правой и подхватываем. Это вот сейчас мы так делаем, чтобы нам ее потом не перепутать. И подхватываем вот эту, сейчас покажу, вот эту ниточку, как бы такую, да, подчеркивающую такой первый начальный ряд, вот эти вот стежки такие начальные. Берем его вот сюда, на изнаночную сторону, и надеваем на левую спицу. Наденем мы вот таким образом, чтобы он не был перекрещен. Ниточка наборного ряда просто вот здесь у нас болтается, мы потом заправим. И мы надели вот эту перемычку. У нас есть первая петля нашего ряда, и мы их вместе провязываем лицевой петлей. Заводим спицу и провязываем вместе лицевой петлей. Вот так. Дальше будет легче. Мы смотрим вот с этой стороны, каждый раз видим вот этот стежок, который у нас означает как бы начало наших рядов вертикальных. Мы его берем, надеваем на спицу левую и провязываем снова вместе с лицевой петлей. То есть мы замыкаем наш ряд с его началом и концом таким образом, чтобы у нас вертикали соблюдались. Таким образом мы сейчас провяжем весь ряд, и у нас будет подвернутый низ у нас, у нашего капора. Все вяжем так до конца. Провязав по кругу сдвоенные петли, можно себя похвалить. Процесс такой достаточно длительный, трудоемкий. Вот так выглядит с изнанки. И теперь мы будем вязать по кругу, как и вязали предыдущие ряды. То есть мы имеем сейчас на спицах обычные одинарные петельки, которые у нас также стали лицевыми. Мы же их провязывали лицевыми. И теперь мы вяжем дальше все ряды лицевыми петельками. И нам нужно связать 15 сантиметров, измеряя это расстояние от низа, который мы получили, до конца. То есть 15 сантиметров вяжем такой цилиндр, трубу наверх. Провязав 15 сантиметров, мы сейчас начнем делать убавки для выреза вокруг лица и для расширения капора в районе затылочной части. Вот здесь у меня начинается и заканчивается ряд. Я не навешиваю маркер, но зато я определяю по вот этому хвостику начало ряда. Я уже отметила маркерами, сейчас расскажу. У меня на спицах 92 петли, я поделила пополам, это 46 петель, навесила маркер для удобства. И вправо, и влево отмерила по 4 петельки и навесила маркеры. Вот этот маркер начала, середины нашего ряда, он мне уже не нужен. Я оставляю только вот эти два маркера. И вот эти 8 петель, которые находятся между маркерами, мне нужно будет сейчас закрыть. И будет у меня начато вязание поворотными рядами. В круговую мы пока прекращаем вязать. Сейчас я провяжу до маркера первого. И там и встретимся. Я довязала до маркера. Снимаем маркер. И сейчас после маркера провязываем 2 петли. И от края правой спицы вторая петля, мы ее набрасываем на первую петлю. Закрыли. Провязываем еще одну петлю. Вторую от края набрасываем на первую. Таким образом мы закрываем петли. Провязали вторую от края, набросили. Провязали вторую от края, набросили. Так до маркера. Довязав до маркера, у нас осталась справа одна петля. Мы снимаем маркер и провязываем еще одну петельку и закрываем одну петлю. Все, 8 петель мы закрыли. Теперь мы вяжем лицевой ряд до конца. До конца это сейчас будет вот до этого места. Потом мы будем разворачиваться и вязать уже по изнанке. И тоже вернемся вот к этой петле, то есть у нас будет поворотное вязание. И вот именно здесь мы с вами встретимся. Провязали эти два ряда, лицевой и изнаночный. Сейчас мы вот в этом месте, где закрыли для подбородка 8 петель,
Поступаем следующим образом. Мы снимаем кромочную и провязываем 3 лицевые петли. И сейчас я буду провязывать 2 следующие петли вместе одной лицевой петлей. Я для этого ввожу спицу по 2 петли и просто провязываю их лицевой петлей вот таким образом. Все, здесь я закрыла. Дальше я вот в этом месте закрою с противоположной стороны тоже петельки. Сейчас мне нужно довязать до середины моего затылка, да, до вот этого места. Вот у меня середина моего капора сейчас, где у меня вот этот хвостик. Для удобства можно навесить маркер, и мы сейчас это сделаем. Навесили маркер середины нашего капора, и сейчас я отступлю от этого маркера вправо и влево по 2 петли. Я для этого возьму еще один маркер, отступлю в правую часть 2 петли и возьму тот же самый маркер. Мы снимаем маркер и навешиваем его через 2 петли вот таким вот образом. Между маркерами у нас 4 петли. Мы это сделали для того, чтобы от маркеров мы делали прибавки для затылка. Сейчас мы провязываем наши лицевые петли по лицевой стороне до маркера. Довязали до маркера. Берем вот эту перемычку между петельками. Вот она. И надеваем ее на спицу левую. Правой спицей мы подхватываем эту петельку и через нее провязываем рабочей нитью новую петлю. Все, мы сделали прибавку. Перенавешиваем маркер. Провязываем 4 петли между маркерами. Перенадеваем маркер направо. Снова надеваем перемычку и провязываем ее лицевой петлей. Вторую прибавку сделали возле затылка. Сейчас мы вяжем вторую половину капора и не довяжем до участка с подбородком. Вот так. Не довязали до конца 6 петель. И сейчас возьмем петельки, крайние 2 с левой спицы, развернем их таким образом, чтобы правые стенки располагались перед спицей. Это мы выполняем для того, чтобы их провязать вместе. Заводим через вторую в первую, подхватываем нить и провязываем одной лицевой петлей. Мы закрыли одну петельку, и сейчас у нас из двух получилась одна лицевая петля. Остальные 4 петли мы провязываем, кромочную провязываем изнаночной. Закрыли с правой стороны тоже одну петлю. Таким образом мы справа и слева возле лица позакрывали по одной петле. Сейчас мы разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем просто изнаночный ряд по рисунку. То есть мы снимаем кромочную, вяжем изнаночные петли. Встретимся в конце ряда вот с этой стороны, когда мы будем вязать лицевые петельки. Так, довязала я изнаночную. Сейчас нахожусь на лицевой стороне и вновь я буду закрывать одну петлю. Одну петлю снимаем кромочную, вторая, третья, четвертая, пятую с шестой я провязываю лицевой. Таким образом я буду закрывать возле лица. Тут у нас подбородок. Справа и слева с лицевой стороны я буду закрывать по одной петле. Таким образом я закрою через ряд, буду закрывать, потому что изнаночная буду пропускать. Закрою так 6 петель. То есть первая, сейчас вторая петля и еще 4 петли я закрою. Сейчас я буду дальше провязывать весь ряд без изменений. С лица здесь у затылка я прибавлять не буду, а прибавлять буду с изнаночной стороны. То есть я сейчас довяжу весь ряд без изменений в затылке вот до этого места, до убавки у лица. Не довязав 6 петель, разворачиваем первые петельки 2 правыми стенками перед спицей, провязываем одной лицевой петлей. Остальные провяжем без изменений до конца. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Сейчас будем вязать с изнанки. Я вот сейчас начну. Снимаем кромочную, вяжем изнаночные петли.
и мы сейчас довяжем до первого вот этого маркера. И сейчас сделаем прибавку. Довязали до маркера, берем перемычку между петельками и набрасываем ее на левую спицу и провязываем изнаночной петлей. Перенавешиваем маркер, провязываем все петли до маркера, переснимаем маркер и снова делаем прибавку. Надели и провязываем петельку снова изнаночной. То есть мы сейчас прибавили по одной петле. Для чего? Почему с изнаночной стороны? Потому что мы делаем прибавку через два ряда для более пологого скоса затылка. И мы выполнили две прибавки, расстояние между которыми 2 ряда без изменений. И сейчас я буду вязать снова 2 ряда без изменений и только потом сделаю прибавку. И тогда у меня прибавка получится вновь с лицевой стороны. Сейчас довязываем изнаночный ряд до конца без изменений. Довязали изнаночный ряд без изменений. На лицевой стороне мы вновь делаем убавку у лица. Кромочная. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой петлей. Это мы сделали сейчас третий раз убавку. Провязываем дальше лицевые петли. Вяжем весь ряд лицевыми до убавки с противоположной стороны. И здесь вновь делаем убавку у лица. Довязали до конца практически лицевой ряд. Перенадеваем петельки для закрытия. И закрываем 2 петли. Одну лицевой петлей провязываем. 1, 2, 3, 4 петли после этого. Разворачиваемся и вяжем изнаночную сторону капора. Ее мы вяжем без изменений сейчас. Просто все петли изнаночные. Довяжем до конца изнаночную сторону и встретимся вот здесь с лицевой стороны работы. Развернусь на лицевую сторону. И сейчас я вновь буду делать убавку с лицевой стороны возле лица. 1, 2, 3, 4 петли провязываю, 2 следующие провязываю вместе. Далее вяжем лицевые петельки и довяжем до маркера, начав делать прибавку. Довязали. Набрасываем перемычку и делаем новую петлю, провязав из перемычки петельку. 4 петли после маркера. И вновь делаем петельку. Вяжем дальше. В конце ряда мы сделаем убавку, как делали прежде. Вот здесь, возле лица, изнаночный ряд провяжем без изменений. И встретимся тогда уже снова вот здесь, у лица. Провязали изнаночную сторону, снова на лице. И снова делаем убавку у лица. Это будет убавка уже 5-я. То есть нам останется сделать еще одну 6-ю убавку. После 6-й убавки мы убавки здесь делать не будем, мы сосредоточимся только уже на затылочной части. Довязав до затылочной части, вот здесь у маркеров, мы сделаем прибавку. То есть сейчас я буду делать прибавку возле маркеров через один ряд. И сейчас вяжем до маркеров, прибавляем с каждой стороны. В конце ряда убавляем у лица, вяжем изнаночную сторону без изменений. Встречаемся здесь снова. Провязали с изнанки, сделали прибавку на затылке, снова оказываемся впереди. И сейчас делаем убавку у лица, также через 4 петли. И это будет последняя, 6-я убавка. Мы довяжем, когда лицевую сторону, с этой стороны тоже сделаем убавку. Это будет тоже последняя, 6-я убавка. И больше убавок делать не будем, будем вязать просто прямо. Так, сейчас я провяжу
боковую сторону капора, довяжу до маркера, до двух маркеров, до первого, до второго, и сделаю там прибавки с каждой стороны у маркера, все как делали предыдущие разы. Здесь прибавка, здесь прибавка, довязываем, делаем убавку, вяжем изнаночную сторону без изменений. Я провязала вот эту часть, не стала останавливаться. Здесь мы просто провязываем, не изменяя ничего. 6 петель мы убавили, не возвращаемся уже к этому. Останавливаемся на затылке. Довязав все петли до маркера, мы делаем прибавку справа и слева от маркеров. С другой стороны маркера мы сделаем точно такую же прибавку. Тоже набрасываем перемычку. Делаем прибавку из перемычки. Так, мы сделали 4, 1, 2, 3, 4 прибавки через один ряд. Перечислю, какие прибавки мы выполняем. По 2 прибавки с каждой стороны через 2 ряда. Далее, по 10 прибавок через 1 ряд. И одна прибавка в конце через 2 ряда. Для того, чтобы закрыть петли на затылке, я навешиваю 2 маркера, чтобы не запутаться во всех петельках. Между ними одна петля. Первый маркер я вешаю четко посередине затылка. Да, кстати, количество петель общее сейчас у меня 106. Так вот, я повесила четко по центру один маркер, и следующий маркер я сдвинула, ну, можно влево или вправо, то есть у вас будет одна петелька выделена, и у вас с одной стороны капюшона будет на одну петлю меньше, а с другой на одну петлю больше. Итак, мы сейчас довязываем с изнаночной стороны. То есть вам нужно оказаться с изнаночной стороны работы. Сейчас я буду убавлять по одной петле справа и слева через одну петлю. И мне нужно так убавить через каждые 2 ряда. Поэтому я начну с изнаночной стороны работу. Я сейчас провяжу вот эти 2 петли перед первым маркером вместе одной изнаночной петлей. У меня петли развернуты передней стенкой перед спицей. И я ввожу спицу через первую во вторую петлю вместе. Таким образом, когда я провяжу, с лицевой стороны работы правая петелька наклонится и накроет вторую. Переснимаем маркер. Следующую петлю, вот которая заключена между маркерами, мы провязываем. Перенадеваем маркер. Теперь мне нужно, чтобы следующие 2 петли тоже закрыла, провязала одной петлей, чтобы они наклонились к маркеру. Я разворачиваю их левыми стенками перед спицей и ввожу правую спицу через вторую в первую, вот так, с обратной стороны, и провязываю изнаночной петлей и снимаю. С лицевой стороны работы левая петелька будет смотреть на маркер. Так, мы сделали убавки по затылку. Сейчас я провязываю оставшиеся петли, да, второй половины. Вернусь, провяжу лицо, изнанку, то есть 2 ряда я провяжу. И через 2 ряда я буду вновь делать убавки, и они у меня попадут уже на лицевую сторону работы, и мы встретимся на новых убавках через 2 ряда без изменений. Провязали 2 ряда без изменений. Сейчас мы находимся с лицевой стороны работы. Вот эти наши 2 убавки. И сейчас я с лицевой стороны перед маркером убавлю 2 петли справа. Сделаю их одной лицевой петлей. Наклоню к маркеру. Так, перенадеваем маркер. Следующая лицевая. Перенадеваем маркер. И после маркера 2 лицевые петли провяжу одной лицевой петлей с наклоном к маркеру, то есть с наклоном вправо. Дальше я довяжу ряд, провяжу изнаночный ряд и вновь в лицевом ряду сделаю такие же убавки. То есть я сейчас убавлю через ряд, и через ряд я убавлю в сумме 3 раза. Вот это первое, потом еще и еще раз убавлю. И после этого мы уже будем делать укороченные ряды по макушке. Делаем еще 2 убавки. Выполнив 3 убавки с каждой стороны по 3, сейчас мы будем закрывать макушку. Вначале
сделаем ее более округлой благодаря укороченным рядам. Я уже развесила маркеры, сейчас расскажу, как. Маркеры развешиваются справа и слева. И таким образом, чтобы у нас справа маркеры были почаще друг к другу, а с левой стороны, то есть это там, где у нас лицо, вот так точнее, более пологий был скос, то здесь на большем расстоянии друг от друга. А со стороны затылка, вот петелька, которую мы закрыли, я ее провязала и оставила здесь. Дальше одна петля маркер, то есть после петли центра, как бы капюшона, у нас идет две петельки маркер, потом 2 петельки маркер, потом 4 петельки маркер, а теперь от лица 6 петелек маркер, 8 петель маркер, 8 петель маркер, и получается вот это как бы свободная часть. И сейчас и также с противоположной стороны сделайте, чтобы потом уже не забыть это расстояние. Вы можете сделать свое расположение маркеров, но примерно оно должно быть так. Сейчас я буду вязать лицевой ряд, продолжаю, да, вот я закрыла только что маркер и продолжаю вязать, и буду довязывать до вот этого маркера, который у меня вот здесь в конце, с краем. Все маркеры, которые у меня будут встречаться на пути, на спице, я их буду перенадевать, они мне пригодятся, а возле них я буду разворачиваться для вязания укороченного ряда. Все так, вяжем ряд до последнего маркера. Последний маркер, снимаем его, и петлю после маркера перенадеваем на правую спицу, перекидываем нитку вперед и надеваем обратно петлю, не провязав ее. Разворачиваемся на изнаночную сторону, мы развернулись, и сейчас провязываем весь практически ряд с изнаночной стороны, и мы вяжем до последнего маркера вот этой половинки капора, то есть вот сюда мы вяжем. Провязываем последнюю петлю перед последним маркером, снимаем его. Когда мы вяжем изнаночный ряд, мы держим нитку перед работой и перенадеваем последнюю спицу, и перенадеваем петлю после снятого маркера на правую спицу, перекидываем на другую сторону нитку и надеваем петлю обратно на левую спицу и разворачиваемся. Когда мы вот так обвиваем ниткой петельки, держите их поплотнее, чтобы в дальнейшем они так, ну, не расхлябанно у нас выглядели. Так, дальше вяжем опять лицевой ряд. Теперь мы будем вязать до этого маркера. Последняя петелька перед маркером. Снимаем маркер, петлю перекидываем, нитку, возвращаем петлю, разворачиваемся и теперь вяжем вот до этого маркера последний маркер на этой половинке капора. Вяжем, петелька перед маркером, снимаем маркер последний, перенадеваем петлю, перекидываем нитку, надеваем петлю обратно, разворачиваемся и теперь вновь вяжем лицевую сторону и снова до маркера, который у нас вот здесь крайний, сюда маркер снимаем, перенадеваем петельку, нитка обратно, разворачиваемся и сейчас будем вязать уже до последнего маркера, вот здесь на этой половинке капора он остался. И мы там вновь развернемся вот на этом маркере. Снимаем маркер. Так. Разворачиваемся. Сейчас мы довяжем до самого конца, вот сюда, весь ряд. И я покажу, как мы будем провязывать петельки, которые у нас вот так обвиты ниточкой. Вот у нас такая петля, у нее такой поясок. Надеваем эту нитку на петлю, на левую спицу, и вместе с ниткой с этой провязываем петельку.
И так провяжем каждую петельку, которая у нас обвита, вокруг которой мы развернулись. Вот еще раз надеваем на спицу, провязываем. Так вяжем до конца. Развернемся, как обычно, по кромочной. И будем вязать изнаночный ряд. Здесь уже все петельки как бы правильно провязаны. И будем вязать изнаночный ряд вот здесь. И я покажу, как провязать изнаночные, с изнаночной стороны вот эти петли с пояском. Вот у нас петелька с ниткой. Надеваем. Провязываем изнаночный. Все. Получается, это практически то же самое, только с изнаночной стороны. Изнаночной петлей провязываем. И последнее. Провязали. Так, переходим мы сейчас на вторую половинку капора. Вот у нас начались маркеры. Здесь мы будем выполнять похожую историю. То есть сейчас я довяжу изнаночный ряд вот сюда, до последнего маркера. Потом развернусь и провяжу в обратную сторону до последнего маркера в ряду. Снимаю маркер, потом сюда. И так до конца, пока у нас не закончатся все маркеры. Встретимся у последнего маркера, когда сделаем похожую вот такую историю, как и с противоположной стороны капора. Последний маркер с лицевой стороны. Снимаю, перекидываю нитку. И сейчас я буду вязать с изнаночной стороны все петельки, как я показала ранее. Развернусь у лица и провяжу также все петли в обратную сторону. И я довяжу в обратную сторону вот до средней петли, которая разделяет правую и левую половину капора. Вот здесь. Провязав таким образом, мы оказываемся вот здесь в конце. И сейчас будем сшивать наш капор вот так по макушке от затылка к лицу. Для этого нам нужно отрезать нитку. И обычно я отрезаю, ну так, побольше, чтобы мне точно наверняка хватило. Я отрезала нить, взяла иглу. И сейчас я буду сшивать трикотажным швом. Это шов петля в петлю. Я покажу начало, как сделать вот здесь середину, чтобы они аккуратно сомкнулись. Вот у нас идет нитка вот сюда, вот с этой петельки. Мы будем поочередно сшивать то с левой, то с правой спицы нитки. И у нас есть центральная петля, вот эта. В нее мы сразу вводим с лицевой стороны в изнаночную иглу. И сейчас будем пока по одной вот так одевать, не снимая сейчас ее со спицы. Ввели с лица в изнанку. Теперь с изнаночной стороны в соседнюю петельку с изнанки на лицо выводим иглу. Подтягиваем так, чтобы это была имитация новой петли, то есть не нужно сильно затягивать туго-туго. Теперь снова иглу вводим вот в эту среднюю петлю с лица в изнанку. И теперь уже ее сбросим. Теперь с изнаночной стороны на левой спице первую петельку с изнанки на лицо выводим иглу. И дальше шьем трикотажным швом. Классически оно так выполняется, как я сейчас покажу. Ну, по крайней мере, я так выполняю. С лица ввели. Можно не сбрасывать петлю, но я обычно так сделаю. С лица ввели, сбросили. В соседнюю с изнанки выводим. На другой спице с лица ввели, сбросили. С изнанки на лицо выводим. Часто бывает, знаете, как приговаривает, ныряем, выныриваем. Ныряем в изнанку, снимаем, выныриваем с изнанки, оставляем петлю. Сильно не стягиваем, у нас должна быть получиться петля с изнаночной стороны. То есть новый шов. Ныряем с лица, снимаем, выныриваем с изнанки на лицо.
Все, ныряем, выныриваем, ныряем, выныриваем. Так до конца. Мы провяжем все петли, сошьем их. Вот у нас как получился ряд, вот это прошивное как бы начало. Вот так у нас петелька спряталась туда. Центральная. Так, и вот здесь у нас в конце будет одна лишняя петля, потому что у нас было смещение или с этой половинки, или с этой половинки. Мы ее просто с кромочной петлей сошьем вместе. И все, на этом закончим. Потом мы перейдем на оформление лица. Вот такой получается у нас затылок, прямой участок, закругление и поворотные ряды. И мы получили округлый затылок верхней части и немножко такую скругленную макушку. Теперь нам нужно окаймить капор у лица. Вот эту ниточку мы потом заправим внутрь, когда будем зашивать окантовку. Берем нашу нитку и сейчас будем обвязывать. Но перед этим нужно выяснить, как часто мы будем поднимать петли с боковой стороны капора, потому что здесь у нас как бы боковую сторону мы видим петли, а не верхнюю или нижнюю, как мы видим в нижней части. Для этого нам помогает плотность. У меня плотность своя, у вас должна быть своя. Смотрите, можно здесь еще раз измерить высоту и в ширину. У меня получается в 10 сантиметрах 28 рядов и 20 петель. Я это число 28 делю на 20, получаю коэффициент 1,4. Он мне помогает понять, это пропорция, сколько рядов в петле. И для того, чтобы мне поднимать, я должна искать более простые числа, то есть от 1 до 9, чтобы понять, через сколько мне пропускать рядов. Получается 4 разделить на 3, то есть я вначале ряды разделила на петли, получила коэффициент. И теперь я свободно простые числа также делю просто методом подбора. И 4 разделить на 3 будет очень близкий коэффициент 1,33. Лучше этот коэффициент будет у вас чуть меньше того числа, которое вам нужно найти, чем чуть больше, иначе будет у вас волнить вот этот кант. То есть 4 разделить на 3, значит у меня 4 ряда и 3 петли. Мы это запомним и воспользуемся этим в боковой части. Сейчас, пока мы будем набирать петли по самой нижней части, вот здесь, берем те же спицы, которыми мы вязали, чтобы у нас не поменялась плотность. Вот у нас они вертикально идут, и я просто ввожу спицу в самую верхнюю петельку. И поднимаю петлю. Раз. В следующую петлю. И так из каждой петельки мы поднимаем новые петли. Здесь должна быть свободно проходить спица, чтобы у нас были наши петли такой же плотности, как и в полотне. Здесь берем ближайшую петельку, и чтобы так вот не растягивалось. И, наверное, возьмем вот эту. И начинаем использовать вот это правило, которое мы посчитали. То есть 4, 3. 4 ряда, 3 петли. Смотрите, первая петля – это раз. И, кстати говоря, дальше из какой петли поднимаем? Вот у нас кромочная. Вот кромочная, она длинная, располагается на 2 петли. На 2 ряда вертикально. После кромочной мы сразу видим вертикальный ряд, да, петель. И именно туда мы будем в серединку вводить спицу. Итак, раз, в серединку 2, 3. И сейчас я пропущу вот эту четвертую петлю, четвертый ряд. Через один раз. 2, 3, то есть 3 петли, 4 ряда, один ряд пропускаем. 1, 2, 3. Все, дальше мы так и будем вязать, поднимем петли вокруг всего выреза для лица,
сюда придем и продолжим вязание по кругу лицевыми петлями. И остановимся, когда нам нужно будет выполнять два отверстия для шнура. Так, я провязала 3 ряда после набора. Сейчас я сделаю отверстие для шнурков, которые потом сюда заправим. Горизонтальная часть нашего капора, вот на уровне лица, вот начинается. И справа и слева по этой горизонтали мы сделаем отверстие. Одно будет справа. Значит, я провязываю эту одну петельку и предыдущую набрасываю на первую. То есть обычное закрытие петель. Дальше я вяжу. Я провязываю и набрасываю. Вот таким вот образом мы закрыли с одной стороны по одной петельке, одну петельку и с противоположной. В следующем ряду я вновь наберу петлю вот между этими петельками, и она мне восстановится в количестве, и останется только отверстие. Я сейчас здесь покажу, как я буду набрасывать. Вот так же я довяжу и просто с обратной стороны вот пальца накину нить на спицу. И вот так наброшу. Получается вот такая петля. Таким же образом мы восстановим вот здесь петельку. И дальше будем просто ее провязывать. Это мы сделаем в следующем ряду. Сейчас просто вяжем лицевые петли. И дальше я буду вязать двойную ширину окантовки капора. Для того, чтобы согнуть ее пополам. И туда вставлять шнур. Половинка ширины примерно пропорционально равна вот этой ширине. То есть здесь сантиметра 2, то есть нам нужно связать примерно 4 сантиметра, чтобы подвернуть. 4 сантиметра моей планочки, это будет как бы 2 ширины планки. Сейчас мы согнем вдвое и будем ее подшивать. Здесь получилось у меня 9 рядов. Возьмем крючок подходящей толщины под вашу пряжу. У меня для мериноса и плюс мохер я взяла крючок номер 3. Так, мы провязали как бы полные ряды. Вот у нас нитка начала ряда. Перед сшиванием нам необходимо нашу рабочую нить вывести на лицевую сторону. Для этого, но при том, что у нас будет сгибаться планка внутрь, а нитка должна быть наружу. Для этого мы сейчас ее выведем на внешнюю сторону. И еще все наши стежки будут проходить именно по планкам, по петлям. Вытянув нить на лицевую сторону, мы ее вот так затягиваем, тем самым подтянув петельку и согнув планку вдвое. И сейчас вначале будет сложно, потом нормально. Так, подтягиваем, берем следующую петлю, снимаем со спицы, внимательно смотрим, чтобы у нас петли не были перекрещены. И также мысленно проводим вот так вот вниз-вниз-вниз, смотрим, где у нас следующий стежок. Вот он. И вытаскиваем часть нити на изнаночную сторону. Мы будем пришивать тамбурным швом. Вот она петелька. Сделали петлю. Длина петли вот этой, которая будет получаться с изнаночной стороны, должна равняться расстоянию между серединками петель, чтобы у нас была и не стянутая планка, и не болталась. Подтянули, снимаем следующую петлю вертикально вниз, вниз, вниз. Так, еще раз. Вот он. Берем ниточку, вытягиваем наизнанку. Через петельку раз. И через предыдущий тамбурный шов 2. Подтягиваем. Снимаем следующую петлю. Переворачиваем, чтобы не была скрещена. И так далее я буду прошивать весь капор. Повторюсь, потом будет гораздо проще, когда спицы у нас уйдут. Вот одна из спиц в сторону. Раз. Подшили. Вот таким вот образом будем прошивать. С изнанки тогда получится очень такая симпатичная, аккуратная коса. И смотрите, у нас вот этот шов прячется, вот это место соединения, где я поднимала петли, прячется внутри планки, его совершенно не будет видно. Еще раз покажу. Снимаем петлю. Вертикально вниз.
на изнаночную сторону через одну, через вторую петельку. Я сейчас здесь затягиваю, и с лица у нас тоже так затягивается. Раз. Вот с лица получаются вот такие аккуратненькие стежки. И с изнанки вот такая косичка. Вот так зашиваем весь капор. Сделав последний стежок, отрезаем нитку и вытаскиваем ее на изнаночную сторону. Вот здесь у нас получается начало и конец. Мы здесь аккуратненько подошьем иголочкой. Вот так нужно будет соединить. И два эти кончика спрятать в планку. Но спрятать как-нибудь так подальше, чтобы она не была близко к отверстиям. Чтобы когда затягиваете шнурок, случайно не вытянулась нить на внешнюю сторону. Вот такая аккуратно получается косичка с изнаночной стороны. Вот. Все, осталось его отпарить, постирать и связать тесьму, которая вот сюда вставится. А у меня есть два варианта изготовления такой тесьмы, этой веревки. И вы оба сможете посмотреть у меня на канале. Ссылку ставлю сейчас вот здесь на видео. Вот так аккуратно получаются вот эти элементы. Ведь они одинаковой ширины с планкой, и в этом гармония.